Слушай, мне кажется, про внешнюю красоту женщины можно разговаривать бесконечно. Сегодня в гостях у клиники Aesthetic Lab участницы проекта «Идеальная женщина» на канале MTV Mix. Для них мы подготовили уникальные процедуры на аппарате Leskin V6 производства Франции. Процедуры по дерматонии лица и тела. Викуль, челку хочу отрезать. Думаешь? Угу. Знаю, что не модно. Знаю, что уже давно, вот, прошлый век. И, наверное, когда-то вернется, но не сейчас. Сейчас это вроде как не актуально. Хочу, не могу. Или в блондинку перекрасить. То ли замуж, то ли семечек. Ну, чего-то хочется. Девочкам постоянно хочется что-то менять в своем образе. И, в принципе, мне это совершенно понятно. И тем более, когда осенняя наступает пора, хочется изменений в лучшую сторону. Обновлений просто каких-то, вот чего-то. И на самом деле, если не прибегнуть к помощи специалистов, друзья, можно вот в моем случае челку остричь и блондинку перекраситься. А у участниц реалити-проекта есть прекрасная возможность преображения у суперпрофессионалов нашего проекта. А одной из участниц очень повезет. Ее гардероб разберет стилист. Ей сделают очень крутой, классный маникюр осенний. И обязательно, конечно же, сделают крутой макияж и прическу. И слушай, ну все... полное преображение. Да, это все в рамках нашего проекта. И у вас есть, дорогие телезрительницы, прекрасная возможность понаблюдать, как это происходит. Смотрим. Жанночка, привет! Слушай, у меня сегодня корпоратив, мне совершенно нечего одеть. Альфия, ты зря переживаешь. Совсем скоро к нам в офис должна прийти стилист Юлия Мерилис. И она тебе поможет подобрать правильный наряд к твоему мероприятию. Здорово, ты моя спасительница. Жан, привет. Юль, ваши документы возвращаю. Ага, спасибо. Все, но смотрите, какая она ситуация произошла. К нам сейчас пришла участница проекта, и ей срочно нужна помощь стилиста. Ей нужно собраться на корпоратив, и она совершенно не знает, чего одеть. Юля, поможете? О, ну хорошо, давайте. Альфия, ну расскажи, какая задача стоит передо мной и что, куда тебе нужно собраться. Юля, мне нужно на корпоратив, я никак не могу подобрать себе образ. Помоги, пожалуйста. Так, значит, вечерний образ нужен, да? Ну, давай посмотрим, что у тебя есть. Открывай. Юль, смотри. Во, отличное решение, комбинезон. Это просто супер вариант для вечеринки и не избитый, как платье. Надо мерить. Предлагаю померить вот с этими туфлями. Идем мерить. Хорошо. Смотри, Альфия, для вечеринки, для корпоратива комбинезон достаточно актуальное и неизбитое решение, в отличие от платья. Комбинезон идеально подходит для любого типа фигуры и стройнит, визуально вытягивает за счет того, что создается вертикаль цвета. Также на будущее тебе могу сказать, что комбинезон достаточно базовая вещь, и сможешь его одеть потом не только на вечеринку какой-то вечер, а вполне себе в повседневной жизни, заменив туфельки на каблуке на абсолютно базовую повседневную обувь, вплоть до спортивной.
Так что сейчас давай мы дополним аксессуарами, подберем украшения тебе. И в твоем варианте я советую поднять все акценты наверх. Mm-hmm. Это может быть либо активные серьги, либо колье, которое подчеркнет твою прекрасную грудь. Так, я предлагаю вот это вот колье. Достаточно такая вот капелька, кисточка работает на вытяжку. И потом жемчуг всегда актуален, особенно в фэшн-интерпретации. Так, смотри. Сумочек на выбор можно взять твоих несколько, но для вечера я советую тебе клатч. Он сопоставляется с твоими как бы параметрами. Меньше брать нет смысла, поэтому он должен быть гармоничен. И также там есть цепочка, ты всегда сможешь освободить руки и повесить на цепочку. Угу, спасибо. Почему мы выбрали нейтрального цвета туфельки бежевые? Мы убираем акценты снизу все, поднимаем их наверх, дабы добавить роста, визуально вытянуть и сделать себя стройнее. То есть основные приемы и задачи стилиста. Спасибо. Альфия, чтобы образ был полный и прекрасный, нужно еще продумать макияж и прическу, и, конечно же, ручки. Они всегда в центре внимания. Маникюр обязателен. Спасибо, Юля. Я так благодарна, что с тобой познакомилась. Пожалуйста, обращайся. Счастливо. Пока. Алин, привет. Привет. Неожиданно приятно тебя видеть. У тебя что-то случилось? Алин, мне нужен срочно шикарный маникюр. Я на корпоратив. Времени очень мало. Сделаешь? Конечно, сделаю. Мы тебе сделаем шикарный, классный маникюр. Раз ты с проекта «Идеальная женщина», в любом случае ты будешь шикарно выглядеть. Спасибо. Какой образ у тебя будет? Смотри, Алина, у меня будет шикарный черный комбинезон, бежевые туфли, колье, жемчуг. И я вот думаю, наверное, все-таки какой-нибудь цвет бордо выбрать. Как ты думаешь? Смотри. Может быть, чтобы это не сливалось, и попробуем золото посмотреть? Ну, не знаю. Давай попробуем. Ой, слушай, ты права, это красиво. Все, делаем золото. Альфия, мы закончили процедуру. Как тебе цвет? Смотри. Мне очень нравится. Мне кажется, он будет идеально подойдет твоему образу. Угу. Для полного преображения тебе не хватает макияжа и прически. Альфия, желаю тебе удачи в преображении. Лови на себе восхищенные взгляды. Спасибо, Алина. Рада вас приветствовать в нашем салоне красоты «Зеркала». Сегодня у нас Альфия. Приветствую вас, Альфия. Мы сегодня будем делать вам преображение для вашего корпоратива. Это будет прическа и макияж. Для начала нам надо будет сделать демакияж. Ну что, приступим? Ну что, демакияж мы сделали. Сейчас мы увлажним кожу перед макияжем. Буквально
чуть-чуть, чтобы у нас хорошо и ровненько лег тон. Мы сейчас отвернем вас от зеркала, и вы увидите конечный результат по окончанию нашего преображения. Договорились? Хорошо. Ну, поехали. Альфьюша, первый наш этап закончен. Мы сделали макияж тебе. А сейчас мы приступим к волосам. Макияж мы сделали тебе яркий, потому что у тебя такой будет образ на корпоратив, вечерний. Ну и сейчас мы подберем тебе причесочку. Ну что, Альфьюш, мы завершили твой образ. Ты готова себя увидеть? Да. Поехали. Узнала себя? Да, мне очень нравится. Ну, я очень рада, что ты довольна. Спасибо, Эльвира. Пожалуйста, Альфьюша. В следующей программе. Здравствуйте, Наталья. Я сегодня для вас приготовила уникальные процедуры по уходу за телом. Это две аппаратные методики. Они очень комфортные, но при всем при этом очень действенные. Это РФ-лифтинг и ультразвуковая кавитация. В нашем современном мире, где очень ценится индивидуальность, женщина, которая не вписывается в общепринятые каноны красоты, наоборот, кажется более интересным и цепляющим взгляд. Сегодня можно удивить общество, в том числе и ухоженной кожи. Клоранс знает об этом все. Сегодня я расскажу вам о методе нанесения Клоранс, и мы подберем Гузель все средства ухода. А теперь вот этот лимфодренажный массаж. То есть три раза нажимаешься. Раз, два, три. Раз, два, три. И тут уже пять раз спускаешься. Угу. Да. Два, три. Раз, два, три. Угу. И шея по пять раз.